Привет, ребят! У микрофона сегодня неожиданный Павел, мой ник Coffee & Cup. Добро пожаловать в Готику. В этом видеоролике собрано достаточно таких увесистых сливов и сливок, чтобы убедить вас в одном. Новое обновление Red Dead Online уже не за горами, друзья. Так как шум после последнего крупного обновления натуралиста уже притих, люди вновь вопрошают, что же будет дальше. Лето уже кончилось. А Rockstar не так хорошо хранят свои тайны. От слитого дополнения к бандитскому абонементу до файлов, содержащих информацию о стоимости приобретения недвижимости. Итак, 5 обновлений, которые, скорее всего, будут добавлены в самое ближайшее время. Мне уж не терпится поделиться с вами информацией, так что приступим. Проведя небольшую аналитическую работу над твитами, Reddit-постами и такими Steam-сообщениями, я с уверенностью могу заявить, что в Red Dead Online скоро появится возможность превращения в животных. Мы же все заметили с вами, да, что обновление натуралиста большинством нововведений коснулось животного мира Red Dead Online. Усыплять животных и продавать образцы Гарриет, или убивать животных и относить их к Гасу. Скинчики. Животный мир сделал большой глоток свежего воздуха, получив в распоряжение новых легендарных животных. Но, судя по всему, это не полный список изменений животного мира. Ссылаясь на TGF Guru, который еще в начале августа упоминал тех животных, в которых может превращаться игрок, а именно волка, кролика, пуму, оленя, кабана и медведя, и подкрепляя тем, что в коде игры нашлись строки, отвечающие за предметы для превращения в то или иное создание, и пропись времени, на которое игрок может превращаться в данное существо, я с уверенностью прогнозирую, что возможность игры за животных без использования каких-либо модов или читов вскоре появится в Red Dead Online. Было озвучено предположение, что будет несколько разных растений, а стоимость их нахождения, может быть, они будут находиться, обнаруживаться по картам сокровищ, знаете, будет составлять около 12 золотых слитков. Доступ к каждому типу растений, по словам известного датамайнера Fun2, будет стоить около 30 золотых слитков в целом. 4. Недвижимость. Одна из самых ожидаемых и желанных возможностей в Red Dead Online — покупка собственной недвижимости. Судя по слитым файлам, это нас ждет тоже в обозримом будущем. В файлах после названий местности поочередно расписаны числа, что, скорее всего, является стоимостью приобретения того или иного домика. Покупки производятся, разумеется, за слитки. Зарубите себе на носу и начинайте потихонечку, а лучше прям вовсю копить и еще раз копить. Начальная стоимость самой простенькой домушки на задворках ранчо Макфарлейнов будет составлять 45 золотых, а стоимость огроменных хором в Сен-Дени будет составлять, господи, вот лучше сядьте, 600 золотых слитков. Кто знает, может быть, это тот самый дом мэра. А сейчас позвольте мне напомнить вам, что вы можете стать спонсором этого канала, оформив подписку по первой ссылке в описании всего от 49 рублей в месяц. А если вам нравится то, что вы видите и слышите прямо сейчас, то жмякайте на этот лайк, пусть это будет синий палец вверх, чтобы он посинел, а также убедитесь в том, что ваша кнопка подписаться стала серой. Ну, чтобы не красной, чтобы серая была, ну, в конце концов. А для того, чтобы получать уведомления о новых видеороликах, вы можете позвонить в колокольчик, выставив пунктик «Все оповещения». Пункт 3. Обновление на Хэллоуин. Из больших обновлений на Хэллоуин ожидается очень много чего вкусного, конкретно для меня. Помимо старого нового режима в противоборствах, он раньше назывался Fear of the Dark, дословно «бойся темноты», теперь будет называться Fear of Us, в переводе «бойся нас». Я больше всего жду новые уровни абонемента. Слитые скрины и текст в коде игры подтверждают, что нас ждут дополнительные 20 уровней абонемента. Он будет называться Halloween Pass и, скорее всего, будет дополнять собой третий бандитский абонемент, доводя его до круглых 100 уровней абонемента. В содержании абонемента новая повязка, закрывающая глаза, специальный вид на винтовку с откидным затвором, новый скин мачете с красивым черепочком, перчатки обвязки рук, страшные маски как на людей, так и на лошадей и невероятно символические, внимание, готическое оформление хижины самогонщика. Если вы еще не потратили купон, у вас может остаться при этом купон на скидку на оформление хижины самогонщика. 2. Режим режиссера. Редактор мод. Это такое большое внутриигровое дополнение, созданное для одной и только одной цели — красивых кинематографических видеороликов. Здесь же позвольте на минуточку отвлечься от 1899 года и перенестись назад в будущее, в 21 век. Сейчас на ваших экранах появится небольшая вставка о том, как работает директор мод в GTA 5, чтобы у вас сложилось впечатление, чего же ждать от Red Dead Redemption 2 с этим самым директором модом.
Итак, а продолжаем мы номером один. Новая роль законника. А зайдем мы издалека. Где-то в январе 2020 года Rockstar давали интервью немецкому журналу, по-моему, Polygon. И там было сказано о том, что будут существенно дополняться уже имеющиеся роли новыми ролями, которые, грубо говоря, являются дополнениями. Здесь выстраивается довольно простая логическая цепь. Самогонщик является большим самостоятельным отдельным дополнением к роли торговца. Натуралист является большим самостоятельным дополнением к роли коллекционера. Что же может являться большим и опциональным дополнением к роли охотника за головами? А вот здесь мы уже переносимся в недавнее прошлое. В интервью от середины августа разработчики упоминали, что рассматривается идея о том, что охотники за головами с высокой честью могут получать роль законников. Фактически говоря, меня очень радует то, что я увидел, просто потому что наконец-то честь начнет хотя бы на что-то влиять. Я в одном из своих роликов когда-то упоминал о том, что есть несколько вещей, которые я считаю просто преступно не заняты. Они существуют, но не существуют, грубо говоря, ни зачем. Я к таким отношу весь регион Амбарина, в котором только два задания незнакомцев и, может быть, какое-нибудь легендарное животное, там разве что спамить. Я к таким отношу диких лошадей, с которыми вообще совершенно ничего нельзя сделать. Ты даже, прошу прощения, на мясо не пустишь. Их даже в конюшню продавать нельзя, черт возьми. Что же с ними еще делать? Они просто бегают. Просто текстурки, которые красиво бегают по воде. Зато как в директор моде красиво смотреться будет. Продолжая список, в нем была честь. Не знаю, называйте как хотите. Кто-то кармой называет, кто-то честью называет. Вот эта вот красно-белая полосочка в самом низу, которая вроде как показывает, плохой вы или хороший вы в этом внутриигровом мире. Единственное, на что она влияла до этого момента, это на доступность вам первичных сюжетных заданий. Если вы входите в открытый мир, скажем, с хорошей честью, то старик Джонс говорит, вот это хороший мужик, и дает вам одну ветку заданий. А если вы сделаете ветку заданий на хорошего, потом сделаетесь плохим и придете к старику Джонсу заново, он даст вам другую ветку сюжетных заданий. То есть их можно пройти вместе, вы ничего не теряете. То есть сначала можно пройти одну, потом сделать другую честь и пройти другую ветку заданий. Это единственное, на что влияла честь. А теперь появится хоть хоть какая-то мотивация сделаться честным игроком с высоким уровнем чести. Для того, чтобы получить роль законника. Число, я не знаю, что именно она может в себя включать. Мы, в принципе, можем заняться обсуждением этого дела в комментариях. Но мысль о том, что в зависимости от твоей чести тебе может быть предоставлена, а может быть не предоставлена какая-то большая роль, она меня прям порадовала. Скажите мне, пожалуйста, что вы думаете об этом, обо всем. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Обсуждение разводить разрешается, срачи разводить не разрешается. Будет интересно почитать, что вы, ребят, думаете по этому поводу. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, я вам напомню, что вы можете жмякнуть в лайк, чтобы он стал синим, и жмякнуть в красную кнопку подписаться, чтобы она аж посерела от этого. Можете прожать колокольчик, поставить там пунктик «Все уведомления», чтобы одним из первых узнавать о новых видеороликах Готики. На этом позвольте с вами распрощаться. С вами был Павел, мой ник Coffee & Cup. До следующей встречи на наших готических просторах. Пока-пока.